Рыбачий. Самый северный край европейской части России. Полуостров, заповедные места которого магнитом притягивают к себе мотопродяг с просторов нашей необъятной. Чтобы добраться сюда, нужно преодолеть пару тысяч километров асфальтовых хайвеев и 8 часов бездорожья по серпантину между скалистых сот. С каждым поворотом, с каждой новой колдобиной перевала с тебя слетает городская шелуха, оставляя только самую суть человека. Рыбачий – территория настоящих людей. Здесь мало говорят, быстро думают и не любят слабость. Рыбачий испытает на прочность и тебя, и железо, на котором ты приехал. Водой, ветром, камнем шарахнет так, что мало не покажется. И если скиснешь, дрогнешь, прогнешься, то свернет тебе рыбачий в бараний рог, и тогда одна тебе дорога обратно в цивилизацию. И если пройдешь это испытание, покажешь зубы, свой характер и способность крепко стоять на своей земле, тебе во всей красе откроется наш суровый север. В августе 23 года мы с Серегой планировали начать путешествие к самой северной точке европейской части России – полуострову Рыбачий. Сергей Майданик – мой друг и традиционный напарник, с которым мы прошли Крым и Рым. Просто по диагонали засунулся настолько сильно, что просто объехать уже не было вариантов, и он был близко. Я тормозился и все, поймал скользячку. Сам живой, целый, так, ну, ушиб ноги. Немножко. Как поедем, друзья? Хер знает, как поедем. От тапочки подошву отрежем, привяжем скотчем и поедем. Все. Ну-ка, что, проверь, как чего. Не, ну я хоть попаду по ней. Удобно. В прошлом году нами было пройдено 28 тысяч километров на мотоциклах Avantis Dakar и МТ-250. Побывали на Байкале, в Магадане, прохватили по Дальнему Востоку, в Монголии, сквозанули через колоритный Алтай и вернулись через Средний Урал домой в Шахуни. Прошли 28 тысяч с копейкой. Столько всего было за эти 76 дней. Вот мой дом родной. Это маленький город, расположенный на севере Нижегородской области, где я родился и проживаю по сей день. Идея поездки на север зародилась у нас сразу же по приезду домой. И вновь наступила пора тщательной проработки маршрута. Серега, а что ты вообще рассчитываешь от экспедиции? Что ты хочешь получить там? Я хочу получить незаменимый опыт, которого у меня еще нет. Я хочу получить бурю эмоций. Много чего я хочу получить от этой экспедиции, на самом деле. Настрой-то как бы. Я очень давно туда хотел поехать, в Карелию, Кольский. Это, наверное, была моя первая мысль, когда я задумался вообще о мотоцикле и о поездках куда-либо. Первое, о чем я думал, это о Карелии. Вот. Потом Кольский подальше, а
получается, что заходим, получается, с обратной стороны. Проехали весь материк в другую сторону, и только вот сейчас мы едем на Кольский и туда, куда хотелось. Ну, получается, да, у себя под боком, и так вроде бы близко, да, а да, мы и не были. Да. Мне тоже очень интересно, я весь в ожидании просто, как это все, рельеф, климат и все это скажется на нас. Как техника себя вообще проявит? Речки, ну, это, во-первых, это люди, опять же, хорошие. Красота, природа. Выбор техники пал на легкие туристические мотоциклы Avantis Tourist 250, которые, в свою очередь, тщательно готовились к старту. День X был намечен на 1 августа 2023 года. О наших замыслах узнали в компании Avantis, и там ребята загорелись идеей не просто прокатиться вместе с нами, а предложили полноценную поддержку. В процессе нам с Серегой пришлось кардинально пересмотреть наши планы. Первым делом Avantis решил вопрос с гидом на Кольском полуострове, что существенно упростило поездку. Для перевозки мотошмурдяка модернизировали автомобиль ГАЗ «Соболь» под бездорожье. Туда же погрузили кемпинговое оборудование и подобрали для экспедиции группу заинтересованных людей, где у каждого была своя определенная роль и задача. Планировалось посетить не только полуостров Рыбачий, но и прохватить до Териберки, в Апатиты, далее в Хибины и покататься немного по Карелии. Выбор техники пришлось пересмотреть в угоду комфортности на жестком бездорожье. К тому же гид рекомендовал выбрать профильную эндуро-технику для легкого прохождения маршрута, что мы и сделали. Выбор пал на мотоцикл Avantis A7 New. Эндуро! С невысокой высотой по седлу и проверенными временем моторы семейства Zonshin PR250. Это простые рабочие лошадки для своих задач. Не остались в стороне и помогли нам мопеды РФ, поддержав нас хорошей экипировочной защитой. Мотоботы, наколенники, защита тела и, наконец, шлем, который в последующем спас мне жизнь. Компания Dragonfly обеспечила все необходимой одеждой, мотоэкипировкой от и до, без которой мы бы точно не справились. Было тепло и комфортно на протяжении всего путешествия. А заодно нам удалось испытать и дать обратный отзыв по мотокуртке Freeride Black. Это новинка 23-го года. Уралзавод, компания Travel Moto, производитель мотохвостов, совместно с производителем палаток Altai Camp сделали нам хорошую скидку на свою продукцию и отдали изделия по закупке для испытания в северных условиях. По итогу команда получилась разношерстная и даже, можно сказать, интернациональная. Всего в составе было 10 человек. Из-за рубежа у нас были двое ребят. Это Бахадир Примов, гражданин Узбекистана. Он же Борис, наш завхоз, ответственный за походный шмурдяк и полевую кухню в лагере. И второй иностранец – это Андрей Кисель, бывший сотрудник компании Avantis, проживающий в Беларуси. Был еще Александр Ислентьев, управляющий несколькими магазинами мототехники мопеды РФ на Урале. В экспедиции ему была отведена роль дальнобойщика на боксере, с которой Саша успешно справлялся, проявив незаурядный скилл джипера при преодолении затычных мест на перевале Рыбачьего. Владимир Рыбачев, личный водитель генерального директора Avantis Владимира Александровича Головкина. Володя механик от бога и опытный автомобилист. Ему достался Соболь, которым опасались управлять все остальные водители команды. Уж очень непослушный и непредсказуемый был у внедорожника характер на асфальте. Как потом выяснилось, Володя вообще зверь, который способен проехать на этом Соболе тысячи километров с редкими остановками на дозаправку. С Владимиром Головкиным ехали двое сыновей. Дима 14 лет. И Саша 19. Пацаны не были беспомощным грузилом и полноценно тянули лямку наравне с остальными мужиками. Помогали в разбивке лагеря, рулили техникой там, где не было вариантов нарваться на ДПС, и вытаскивали застрявшие автомобили на бездорожье. Правильная активность – залог того, что человек с молоду вникает в истинные ценности нашей жизни. Всем бы пацанам такого батю и такие поездки. Изначально планировалось нанять команду профессиональных операторов во главе с режиссером, чтобы по итогу получился полномасштабный фильм о Кольском полуострове. Но что-то пошло не так. Чем дальше тянулись сроки, тем больше становилось понятно, что у нас не получится кататься по северу продолжительное время. И материала вряд ли наберется на полноценный фильм. С августа по октябрь мы дважды меняли операторский состав. И к старту подошли с тем, что съемку будем производить сами, с двух экшн-камер. Для разноплавности нужен был человек с третьей экшн-камерой. Им стал Валерий Кучерявый, которого вы уже, возможно, знаете по моему видео «Я знаю короткую дорогу».
где мы катались по тайге и слегка заблудились. Вообще Валера мотоциклист, не профессиональный оператор, а больше писатель и фотограф с навыками видеосъемки и своим дроном. Он должен был в прошлом году поехать с нами в Магадан третьим номером, но по ряду причин мы с Серегой поехали вдвоем, а в эту поездку позвали Валеру в качестве оператора. Вся эта московская орава должна была выдвинуться в нашу сторону по очередному плану 30 сентября на трех автомобилях, о которых я хочу рассказать чуть детальнее. Если кто-то из вас помнит мои анонсы, то в них я оглашал следующий список. Прокачанный для бездорожья Соболь, который исполнял роль технички, Торек с пакетом для бездорожья и прокачанный Nissan Patrol, постройка которого нас так сильно задержала по датам выезда. Приехали патруля смотреть, пока что в таком виде у нас машина. Тут, конечно, можно сказать, что новый автомобиль, все покрашено. Потом там еще провода, там сейчас все прям идеально. Новую лобовуху я решил поставить. Раму полностью все очистили от ржавчины, обработали химией, пескоструили и все и покрасили. Здесь пока еще в процессе. Давай, у меня там проект не заканчивается. Внутри у нас такая история интересная. Такие расширители. Расширитель, конечно, мощный. Все как новое. Вот он. Задний мост очистили. И скоро будет краситься, будет ставиться. Слова Nissan теперь нет. Машина называется Avantis. В итоге патруля так и не успели подготовить, все оптимальные для поездки сроки прошли, приняли решение не ждать автомобиль и ехать как есть, а взамен патруля снарядили в поездку обычный микроавтобус Peugeot Boxer, без какой-либо подготовки. И надо сказать заранее, он единственный, кто не заставил нас нервничать во время поездки. В Соболе всего два места, это техничка, набитая лагерным скарбом, топливом и запчастями. Он оборудован лебедкой, везет инструмент, сандтраки на случай серьезных ситуаций, у него прокачана подвеска, поставлены злые внедорожные шины и каждая встреча с ДПС впоследствии обходилась копеечку из-за незарегистрированного оборудования. В автобусе-боксере помещаются пятеро, плюс продукты и лагерный шмурдяк. На мой взгляд, вещей было слишком много, но Avantis любит комфорт даже на краю света. Автобус дизельный, жрет мало, прет замечательно, но по бездорожью ползет, едет медленнее всех из-за низкого клиренса и короткой подвески. В Туареге едут генеральный директор Avantis с сыновьями. Иногда старшего сына сажают за руль Соболя, и он довольно убедительно борется с грязью, галькой и бродами. У Туарега пневмоподвеска и заводская подготовка к бездорожью. Он действительно хорошо пер вслед за УАЗом Гида и Соболем, но на второй день бездора рыбачий его забрал. Автомобили готовились к поездке в Москве. Там же собиралась команда Avantis. Старт был намечен на 10 часов утра. Наконец-то начинаются сборы. Еду к Женьке, везу вещи. Старт был в этом году очень долгожданный. Не передать словами. Думаем, у нас все получится. Погода нас сильно не подведет. Конечно, захватим дождей всего скорее. Но ничего страшного. Прорвемся, как обычно. После короткого инструктажа и проверки связи на радиостанциях команда распределилась по машинам. Впереди было около 700 километров дороги. Через пробочную Москву, далее по платным хайвеям и асфальту. Ничего сложного, просто дорога, да еще и с хорошей погодой. Мы же в это время с Серегой занимались последними приготовлениями к поездке и встрече команды. Разместить у себя в доме такую банду было нереально. Хотелось создать более комфортные условия для отдыха. Поэтому договорились с местной базой отдыха на ночлеге с настоящей русской баней. Без происшествий и поломок команда с темнотой прибыла в Шахуню около 9 вечера. Встречаю. Сейчас мы поедем отдыхать в баньку и потом завтра рано утром стартуем. Вся колонна приехала. Встретил их на въезде в город и сопроводил к месту ночевки. Мы ехали, наконец приехали. Там их ждали сухие постели, баня и вкуснейший ужин, приготовленный руками моей супруги и мамы. Мужикам надо было отдохнуть и набраться сил перед завтрашним днем. Ведь завтра начинается то, чего мы так все долго ждали – путешествие на север. Что нас ждет? Сможем ли мы дотянуть до рыбачьего без происшествий? Позволит ли погода? Как поведет себя техника? Как поедут в колонии мотоциклы с автомобилями? Все это вы узнаете дальше. Всем доброе утро! Первое утро перед стартом. Команда еще... только еще проснулась, собираются. Второй день начался для участников экспедиции по-разному.
Мы с Серегой с самого утра уже шуршали в гараже и заканчивали последнее приготовление. Все как всегда, без суеты. Вся остальная команда в это время только еще просыпалась на берегу очаровательного озера в деревне Большая Свеча. Старт был намечен на 9 часов утра. А также нужно было успеть сделать диагностику туареб перед выездом на север. У нас же не получается так, чтобы все ровно получалось. Мы сейчас поедем, машинку в сервис загоним. У нас по сажевому фильтру ошибка, и автомобиль не развивает больше 80 км в час. Поэтому повезем в сервис и устраним эту проблему, если получится. Городок маленький. А я заодно попробую, что такое Volkswagen. Ни разу не ездил на таком автомобиле. Ну да ладно. Как в самолете кнопок смотрите. Гости собрались в столовой базы отдыха и за кофе обсуждали прошедшую ночь. Кто как спал, кто сильнее храпел и кто забыл вещи в бане. Первую ночевку Женя нам устроила на такой вот базе. Домики, в домиках комнаты, в комнатах по 3 человека. На завтрак им накрыли остатки вчерашнего ужина и приготовили яичницу из домашних яиц. Аппетит был отменный. Уплели все. Водители вышли из-за стола раньше остальных, чтобы прогреть автомобили, навести в них порядок и проверить зарядку радиостанции. Наш спаситель приехал. Сергей Николаевич, дорогой. Сейчас подключится, все сделает. Скинет ошибочку, посмотрим, какие там еще проблемы. И поедем дальше. Без связи в колонне неудобно двигаться. И серьезным упущением в этот раз было то, что не было связи автомобилей с мотоциклами. В последующем на рыбачьем это со мной сыграло злую шутку. Со счастливым исходом. Команда в сборе теперь полностью. В полном составе экспедиция собралась у моего дома примерно через полчаса после завтрака. Ну все, на удачу. Все получилось. Все затерли, все ошибки обнулили. Машина едет, все работает. Поэтому собираемся и выезжаем наконец. Ждали только нас, поэтому пришлось поторопиться, загружая плотно набитые баулы в автомобиле, где было достаточно места. Брали все, и даже то, что впоследствии не пригодилось. Появилось настроение. Все, я уже экипировался, мне куртку накинуть, и все, и можно уже запускать. Мотики покажи. Вперед. Мотики-то вот у нас. Это вообще классная штука, неопреновая, чтобы жопе было мягко. А у Сереги подушечка еще есть воздушная. А ты распустил. А я ее проткнул тебе специально, чтобы нам одинаково ехало. Поэтому поедем по кайфу. Кто катал дальники, тот знает. Это тянущее, густое ощущение дорожного мандража последних минут перед стартом. Когда уже хочется все сделать, бросить и ехать. Мы побросали баулы в автобус и сделали коллективную фото-видеофиксацию всех участников. В этот момент я испытал огромное волнение от происходящего. Как всегда перед отъездом. У меня угол правильный? Да. Старта остаются считанные минуты. Крайне сказанные слова и обнимашки с семьей. Пожелайте нам удачи, она нам понадобится. Мы успели наладить радиосвязь между мотоциклами и автомобилями при помощи любительских радиостанций Валеры, но, как выяснилось дальше, они не работали из-за ветра. Прогрев моторов и проверка видеокамер. Карманы застегнуты, перчатки натянуты. Ну все, мы вроде готовы. Поехали. С Серегой возглавили колонну, чтобы вывести ее из Шахуни на трассу до АЗС. Там традиционная дозаправка техники. Заправились. Полные баки. Ну а что делать? Надо ехать. Все пьют кофе. Мы тоже сейчас попьем. Ребята провожают шахунцы.
Молодцы, красавчики. Прям приятно. Настроение? Огонь! И у меня тоже. Быстро обсудили нюансы при движении смешанной колонной и определили порядок следования. Первым идет Соболь, за ним автобус и далее Туарег. Мотоциклы в свободном полете, либо между автобусом и Соболем, чтобы были прикрыты с двух сторон с наступлением темноты, которая не заставила себя долго ждать. Впереди у нас были 900 километров до ночевки в гостинице «Уют» небольшого городка Пудож. Ветер, плохо слышу. Давай. Ну чё, как едется? Нормально. А вам? Тоже хорошо. 110 мы шли. Поехали? Да. Охуенная скорость, блядь. Еще на такую резину. Thank you.
туалет нормальный? Да. Дизель дополнил. Здравствуйте, шестая до полного, 92. Трудовые будни. Трудовые будни. Вы же заправлялись недавно, нахера еще раз? А надо бы подключить заливать. Это привычка с прошлого года. Ага. Ест. Ест. Еще как ест. Заправляйся, дружище. Давно таких вот прям вот дорог не было, что вот просто едешь. То, что надо. Машинах такие серпантины закладывают очень сложно. Мы прям за вами не успеваем. А я вижу, что вы отстаете, крен-то большой. У Соболя вообще проблема, ему нельзя. И резина, считай, грязевая стоит. Да. На мотик еще вздыхает. Да. Уже весь визор в муху. А глазок чистый? Глазок тоже немножко с мухой. Ну ничего. Нормально. Вы спрашиваете, а почему у тебя столько много мух в кадре? Да потому что без мух вообще жизни нет. Они всегда везде, и в супе, и в компоте, и даже на объективе. Поэтому муха путешествует всегда со мной. Мотодальняк в мире мотоциклов – это свобода, которую достигает каждый по-своему и осознает ее безграничность далеко не сразу. Один аккуратно начинает с сотни километров до дачи, другой же сразу осмеливается на тысячи километров по серпантинам и тайге. В первом, втором, в третьем, неважно в каком по счету дальнике, наступает момент, когда байкер осознает, чем больше пройдено, тем легче ехать. И короткие дистанции уже не приносят такого удовольствия. И тогда начинается настоящая страсть к мотодальнобою. Страх перед возможными поломками вытесняется практикой и уверенность в своем аппарате. Опасение попасть в переплет нивелируется постоянно растущим накатом километража и навыками вождения. Перед мотопутом, который выкатил за границу комфортной безопасности, кто прорвал психологический домашний барьер и познал необъятность просторов вокруг, непременно встает вопрос: и куда дальше? Я поначалу, как и многие другие, обратил свой энтузиазм на юг. Сначала первые 5000 километров в Крым, потом вторые туда же. Но в 2022 году я понял, что мои цели должны быть более серьезными, а не просто прокатиться к морю. И вместе с Серегой отправился в Магадан, как в крайнюю точку страны на востоке, которую можно доехать сравнительно по дороге. В мечтах, конечно, была реально крайняя географическая точка России и всего континента – мыс Дежнёва. Но чтобы добраться туда, нам не хватило бы мощностей мотоциклов и возникли бы другие сложные организационные вопросы. В дикой природе действуют другие законы и приоритеты. Огромный запас топлива, запчастей, да и в целом без сопровождающего вездехода и дополнительных вливаний для простого человека эта задача неподъемная. Ни меня, ни Серегу в олигархи не принимали, и поэтому довольствуемся тем, что нам под силу и по возможности. И вот словно в ответ на наши мечты и желания, в нынешнем году у нас складывается такая возможность. Жаль, конечно, что кроме Рыбачьего мы не посетим глухие места Мурманской и Архангельской областей, не прокатимся по берегу Белого моря и частично не изучим Карелию. И все это из-за поздних сроков старта. А значит, так должно и быть. Сейчас подъедем. Антифризом пахнет. Антифризом пахнет? От автобуса. Группа поддержки «Авантис» решила для нас все проблемы дорожного быта. По сути, получилась настоящая экспедиция для нас двоих, где мы можем делать то, для чего рождены мотоциклисты. Ехать в закат, пока руки держат. Солнце спряталось в сером монолите облаков,
Тучи сгущались, откуда понемногу стал накрапывать противный мелкий дождь, сыпало водой. Есть такой мерзкий тип осадков, когда вроде бы воды не видно, но все вокруг мокрое и грязное. Мы подключали свои камеры, встали на свое место в колонне и сосредоточились на трассе, продолжая свой северный мотодальняк в темноте и сырости. Кто бы из нас отказался от такого? Поэтому мы и прём сейчас на двух внедорожных мотоциклах по трассе и вглядываемся в темноту дороги, где красными огоньками мигают стопори Соболя и предупреждают нас об очередном маневре. Прём навстречу северному сиянию, китам, суровым сопкам и своим надеждам. Жаль, конечно, что не всем надеждам суждено сбыться. Третий день путешествия начался для нас с гостиницы «Уют» небольшого городка Пудож. Проснувшись с квадратной головой, на нас сказывалась вчерашняя усталость, ведь нам пришлось гнать во весь открытый газ наравне с автомобилями. Короче говоря, такое себе удовольствие двигаться на мотовнедорожниках по трассе. Понятно, что такое передвижение требовало от нас максимум внимания. Рельеф протектора на скорости давал ощутимый воблинг. Не опасный, но держал в тонусе всю дорогу, особенно на поворотах со скользким покрытием. Но, как говорят интеллигенты Питера, если интенсивностью гонки преодолеть порог сомнения, то и на эндуро можно жарить по хайвею. Прогноз погоды обещал дожди до самого Мурманска, а это на секундочку 970 километров. За окном, как и вчера, сыпало водяной пылью. Небо в тучах и все так же прохладно. Автобус готов. Но мы были на позитиве, так как эту поездку мы ждали слишком долго, чтобы расстраиваться из-за каких-то дождей. Подтянули цепи, смазали, протерли головной свет. В общем, сделали все, чтобы без проблем двигаться дальше. Подогрев ручек функционировал как часы. Без этой фичи нам бы очень тяжело давалась дорога. Из-за осадков решили не расчехлять наши экшн-камеры на шлемах. По опыту вчерашнего дня было понятно, что снимать серую хмарь нет смысла, да еще и протирать на объективах постоянную грязь перед съемкой, отрывая руки от руля, а это на секундочку небезопасно. На улице похолодало, осадки, короткий световой день, отсутствие ветрозащиты на мотоциклах, пятиступенчатая коробка передач. Любой менее фанатичный мотогон назвал бы такой прохват мазохизмом, но мы кайфовали. В 9 утра мы закончили сборы, двигая колонной на Мурманск, держа в голове остановку у стелы полярного круга. Джентльмены, что мы делаем? Заправляемся, нет? Да, заправляемся. Если что-то надо покушать, здесь берем, кушаем. Потом едем, больше нигде не останавливаемся. В обед на очередной заправке, где ничего не предвещало веселухи, у нас случается следующее. У колонки с дизелем лежит бетонная плита, которая значительно выпирает из земли, на которую нужно заскочить ходом, чтобы подъехать к колонке. Соболь дожидается своей очереди и уверенно трогается с места, поддавая газку, чтобы передними колесами заскочить на эту плиту. Первый неудачный. Со второго мотор взрыкивает, и Соболь в ласточке взлетает на эту плиту, и в этот момент раздается стальной пустотелый звон под автомобилем. Соболь без движения. Что-то сгрохотало под Соболем. На, у тебя бок выпал. Ты да не мой. На самом деле, шутки в сторону. Давай. Да, вон его порвало, кардан. Завернуло и все. Мы просто кардан меняем и едем дальше. Это как он, шрусом? А мы не взяли, да, с собой кардан? Как мы поехали? Вов, оденься, а? Еще простыни шнеки, что потом с тобой делать? Пару слов для журнала «Коневодство», все отлично, сейчас поедем. Серьезно. Дело в том, что двигатель у Соболя форсирован. Дури в нем было гораздо больше, чем у штатного мотора, на котором в паре обычно устанавливают тонкостенный промежуточный кардан, который был установлен и у нас. Усиленный в процессе постройки автомобиля кардан
почему-то не установили в паре с нашим злым мотором. Поэтому тонкостенная труба кардана просто свернулась как хинкали и порвалась как кесто. Будем искать кардан, заменим его и поедем. Но без приключений, как вы видите, никуда. Это экспедиция, это приключение. Что? Заполярье встречает жаркой погодой. Не говори. Жаркими событиями. Да вообще отлично. Или легкие куточки. Самое главное то, что чего мы хотели, то и получается. А мы хотели острых ощущений, которые к нам приходят. Ведь от путешествия что ждут обычно? Именно вот этого, конечная точка сама не интересна, интересен маршрут сам. Ага. Преодоление трудностей жизни. Пока отдыхают задницы, план такой: найти кардан, узнать диаметр, найди какое-нибудь железо, подрезать его, там поставить, прикрутить, и тем самым мы узнаем, сколько действительно нужно вставку сделать. Самое главное — найти, из чего делать вставку. Вот в чем проблема. До Белогорска 40 километров. В одном магазине точно нет карданов. Никаких. Надо туда сейчас ехать. Возможно, найдем, если нам повезет, кардан просто в сборе готовый. Все, поехали. Часа колонна простояла на заправке, пока мы в Туареге мотались по ближайшим населенным пунктам в поисках кардана или подходящей трубы, но ничего не нашли. За это время Володя смог поставить задний кардан за место промежуточного и испытать его. Автомобиль тронулся с места на переднем приводе. До этого передний мост не был подключен сновья, и это было впервые. Примерно полчаса мы двигались со скоростью 60-70 км в час, после чего Соболя дернула резко навстречку, раздался металлический хруст, и автомобиль резко остановился. И уже окончательно. Вся колонна прижалась к узкой обочине в опасном повороте трассы. Состояние раздатки и переднего моста под вопросом. Че, опять переплыли? Че, Сань? Все-таки, наверное, редуктор разорвало. 700 километров до Мурманска здесь вообще нет. Посмотрим. Ну что, вы опять оттирать? Восемь градусов тепла, дождь, обстановка по кайфу. Ждем эвакуатор и до Мурманска его будем тащить. Реально становится прохладно, север чувствуется. Либо раздатка заклинила, либо передний мост. В итоге решили развернуться и оттащить Соболя обратно на АЗС, а самим продолжить движение на север. Соболь, догоняя нас, поедет в Мурманск на эвакуаторе. Без него на рыбачем будет туго, ведь это наш помощник. Световой день кончился примерно в 5 часов вечера, и остаток тяжелого дня мы шли в полной сырой темноте. Стеллу полярного круга мы так и не увидели. Но зато в разрыве облаков нам открылось северное сияние, на которое мы таращились во все глаза. Многие из нас его видели впервые. В Мурманск мы прибыли около 5 часов утра. С удовольствием прокатились по освещенным улицам северного города и припарковались на парковке нашего отеля. Ошалевшие от слишком длинного дня, мы разбрелись по комнатам, чтобы уже сегодня начать знакомство с городом, чинить Соболя и закупаться продуктами перед выездом на рыбачий. Правда, планы, как обычно, изменились. Но об этом мы еще не знаем.